Сейчас мы произведем некоторые манипуляции с микрофоном. Примерные манипуляции. 80-ку. Все, пожалуйста. Все, пожалуйста. Вроде как все должно быть нормально. Должно быть нормально, и мы готовы начинать нашу программу. Итак, соответственно, сегодня мы с вами начинаем вот этот цикл передач. Ну, точнее, мы его продолжаем, потому что у нас была предыдущая игра первого тура Бундеслиги. В первом туре Бундеслиги, кстати говоря, мы сыграли, блистательно сыграли против Хоффенхайма со счетом 6-0. И дело в том, что сейчас... собственно, Бавария идет на первой строчке. На первой строчке в таблице. Огсбург идет вторым. Это блистательный результат Огсбурга. Кстати, Огсбург играет с Боруссией Мюнхенгладбах уже 1 сентября. Также 1 сентября играет Штутгарт и Бавария. А соответственно, Дортмунд проиграл Red Bull Leipzig и выиграл у Ганновер 96. Посмотрите на таблицу дальше. Вот здесь пока в зоне вылета Дюссельдорф, Фортуна Дюссельдорф, Ганновер и Хоффенхайм. Соответственно, на следующий тур мы играем с Ливеркузенским Байером. Третий тур чемпионата. Боруссия играет следующий тур чемпионата с Айнтрахтом из Франкфурта, который идет на турнирной таблице на четвертой строчке. Два забита, один пропущен. Разница забитых и пропущенных мячей плюс один. Но пока не показывают нам, сколько разница забитых и пропущенных мячей. Что, в принципе, вполне естественно. Это интересно. Ну что же, матч второго тура Бундеслиги против Штутгарта. И мы подписали, кстати, новичков команды. Этих новичков, которые могут заиграть блистательно за эту команду. Габриэль Джезус и Джинлуиджи Донарума. Джинлуиджи Донарума отыграет свой первый тур. Достаточно сухой тур. Он готов к игре, так же, как и наши игроки. Что же? Штутгарт против Баварии. О новичках мы уже рассказали, теперь об остальных игроках. Об остальных игроках пока нет на новостей о противниках сегодняшних. Так вот, Донарума в воротах, Хумельс, Буатенг, центральная линия защиты. По краям Алаба, Кимих. Следом за ними в полузащите Тиаго Гареско, Робин Рибери. И в атаке играют Роберт Левандовский и Габриэль Джезус. Томаса Мюллера сегодня в составе нет. Яша Цурхайде. Главный арбитр встречи. На Сандерсен Парке сыграют Штутгарт и Бавария. Ну что ж, друзья, сегодня этот матч войдет в историю как более чем интересный матч. Итак, соответственно, мы начинаем первый матч в нашем стриме. И вот подготовка разминающихся. На разминке сейчас все клубы. Итак, Бавария-Штутгарт. Бавария играет в гостях.
В гостях сегодня играет Бавария. Кстати, вы обратили внимание в нашей предыдущей трансляции, что, что используется мяч Derby Star. Derby Star и, соответственно, он будет официальным поставщиком Бундеслиги. Вот два новичка, которых мы упоминали, они перешли из Манчестер Сити и Милана перешли в... клуб немецкого чемпионата. Джанлуиджи Донаруму сегодня должен заиграть блистательно за Баварию. За Милан он неоднократно играл. Еще в предсезонной подготовке, в рамках предсезонной подготовки. Смотрите, лицо вот этого человека похоже на лицо Кирилла Набабкина из ЦСКА. А так сегодня будет очень интересная битва. Обмениваются рукопожатиями арбитры и команды и состав Штутгарта. Цейлер в воротах первый номер. Защитная линия Баштубер, Кэмп, Павар и Инцуа. В полузащите играют Деми Ашачибар, Кастро, Дидави. И в нападении Гомес и Дольберг. Запасные Граль, Мафо, Окампос, Донис Бек, Огао, Аугу и Гонсалес. Запасные Мюнхенской Баварии. Пока вы видите прокрутку состава команды из Мюнхена. Яша Зюрхайда готов дать свисток. Но пока нам не прокрутили запасных. Вот, вот в итоге все это не получилось. Итак, матч начался. И начался он, по-моему, с неудачного отбора. С очень неудачного отбора Баварии. Данжел Поп следит за происходящим. Мой первый угловой в этом матче. Первый угловой в этом матче зарабатывает Джошуа Кимих. Удар поворотом. И вы знаете, это уже первый забитый мяч с углового. 1-0. Бавария впереди. Это делает Жером Буатен, капитан команды. Капитан команды сегодня сделал свое дело. Жером Буатенг. Посмотрите внимательно. На трибуны Штутгарта. Как они негодовали после забитого углового. В исполнении Жерома Буатенга. Посмотрите. Вот тот, кто сейчас в этом... Вот кто сейчас стоял в воротах, это игрок Штутгарта. Не побежал за мячом. Не побежал он за мячом. Жером Буатен, первый гол в этой Бундеслиге. Игрок сборной Германии и Мюнхенской Баварии сделал свое дело. А пока все начинается с того, что Горецко... Еще одно падение вот здесь. Падение в середине поля. Аскачибар. Аскачибар, Дольберг, Дидави. Дольберг. Аскачибар, подача. Справляется Буатенг. И первый угловой у Штутгарта. Первый был у Баварии, то был замечательным. А вот второй неизвестно, куда он полетел. Баштубер удар. Неудачно. Теперь, что касается... Что касается следующего, то там, соответственно, команды, скажем так, выглядят поинтереснее. Штутгарт идет на первой строчке таблицы, а вот Бавария вовсе лидер чемпионата с преимуществом в 3 очка. Маленькое такое, но все-таки поинтереснее. Аскачибар на Гомеса. Марио Гомес на Кастро. Отбирал мяч один из защитников баварских. Габриэль Джезус бежит по своему привычному левому флангу нападения и зарабатывает аут. Джезус. Дэвид Алаба. Горецкий не вовремя выполнил прием головой. Дольберг.
И Кимих на подборе. Левандовский. Баварский футболист уже все возвращается. Это уже не контратака. Но уже никакой контратаки не последует. Предпосылок к ней никаких. Там только один. Жером Буатенг. Джошуа Кимих. И еще был Арен Робин. Полузащитник, который сейчас в данной ситуации поборолся против Фунсуа. Аскачибар, Демме. Кастро. Идет вперед Марио Гомес, но не пошел вперед. Давид Алаба. Легкий навес на Рибери. Но неаккуратный аут. Паваров зарабатывает. Павар, француз, который выигрывал чемпионат мира в Москве. Чемпионат мира в России, точнее сказать. И надо сказать, что он заметно изменился по ходу всего сегодняшнего. Заметно пока еще не меняется у нас в карьере в этом матче. Деме. Инсуа. На Кастро. Какая поддержка трибун сейчас должна быть. Донарума вовремя успевает к этому мячу и ловит его, чтобы отдать на Габриэля Джезуса. Кемф. Павар. Вновь Павар. Но это уже Рибери. Это уже Рибери отобрал мяч. Гольберг. Гомес. Ди Дави. Алаба справляется с соперником. Отдает на Рибери. Рибери. На ход пытался пасовать себе. А вот здесь же сейчас пойдет нарушение, потому что Павар свалил. Первое нарушение в этом матче и первое предупреждение для Бенджамина Павара. По-моему, предупреждений он либо накопил, либо нет. Тренер негодует. Тренер что-то негодует. Так. Штрафной исполняет мюнхенская Бавария. Штрафную подает. Не очень удачно. Франк Рибери. Видимо, ему последует еще одна попытка. Гумельс. Рибери. Джезус, удар какой хороший. Робин, добивание. Опять перекладина уже. Рибери. Два момента, супер момента за тайм. И два момента у ворот вратаря Штутгарта. И вот, пожалуйста. Не смогли использовать за штанги и перекладины вообще. Рибери. Павар может сейчас схлопотать на второе предупреждение. Баштубер на Марио Гомеса. Гольдер. Тиаго. Левандовский. Еще ни разу пока не забивал. Что, в принципе, вполне естественно для... Вполне естественно, но вот удар мимо ворота от Марио Гомеса. 27 номер Штутгарта пока что не сделал ничего такого хорошего. Габриэль Джезус. Аскачибар. Павар. Дидави. И Буатенг вовремя устремляется к мячу. Отбирает тем самым мяч после паса. Инсуа. Равненькая такая игра. Равненькая такая. Алаба. Габриэль Джезус не успел к этому мячу. Вот так вот Павар зарабатывает себе отбор. Также мог бы заработать Дигорецко суставами бедра. Мог бы оторвать мяч. Бедром хотел оторвать мяч, но в итоге не получилось. Баштубер. Демме. Кастро. Инсуа. Марио Гомес. Что же добавит Яша Зухрайда? Владение мячом 40 на 60%. И пока не в пользу Баварии. Это преимущество. 3 минуты. 3 минуты добавлено к
основного времени первого тайма. И офсайд у Рибери. Офсайд, причем очень даже нестандартный. Итак, соответственно, истечет время. Собственно, истечет время первого тайма. 3 минуты уже добавлено, и они истекут. Хороший пас на Робина. Робин пока еще не... Ну что ж, первый тайм завершается со счетом 1-0 в пользу Мюнхенской Баварии. Рекордмайстер. Пока что Габриэль Джезус не забил. Но он может заблистать. Посмотрим на общие сведения. 4-3 по ударам. 1-1 по ударам в створ. 11 отборов. Одно нарушение, одно предупреждение у Штутгарта. 1 офсайд у Баварии. По угловым 1-1. Итак, мы продолжаем. Продолжаем наш матч. Джошуа Кимих. Передача на Робина. Составы пока без изменений. Без изменений пока все. Все пока без изменений. И еще один свисток. И, пожалуйста, штрафной спалили. Это сделал игрок... Игрок Штутгарта. Ой-ой-ой, вот это сейчас опасно. Вот это сейчас был посерьезнее штрафной. Посерьезнее был штрафной. Вот эта позиция. Дидави. Ботенг. Кимих. Робин. Как легко вышел Робин. Теперь против Кемпа надо обыграть. Вот так вот зарабатывает аут себе Робин. Но не отдал. Циллер успел к этому мячу. Дольберг. Следующая встреча у Штутгарта состоится в гостях у Фрайбурга. СС Фрайбург. Фрайбург, кстати, идет на средних позициях таблицы, если я не ошибаюсь. Но вот сейчас будет посерьезнее. Штутгарта моменты. Левандовский не успел вовремя пойти. У Баварии следующая встреча с Ливеркузенским Байером. Ливеркузенский Байер против Мюнхенской Баварии. Донарума как тащит. И замена. 8-й номер у Штутгарта уходит. И на его место пришел кто? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, кто у нас. Акампос вместо Кастро. Кулаком мяч отбивает Донарума. Ловить было неудобно. Романьоли из итальянского клуба в Эвертон. Трансфер принят. Между прочим, Эвертон может сыграть великолепно в этом АПЛ. В английской премьер-лиге. У нас Бундеслига, пока Бавария лидирует 1-0. Горецко. Разгоняется Левандовский. Левандовский разгоняется. Ждет партнеров, но ошибается немного. Немного ошибается. И вот так вот зарабатывает аут Бавария. Отвел последнюю семечку Инсуа. Неудачная. Принятие мяча, Тиагу. Тиагу Алькантра не забивал еще в этом матче. Робин может, кстати, увеличить свой счет в бомбардирском зачете. Может быть, все и к лучшему. Дарий Хумельс. И 1-1. Сейчас вот Донарума часто ошибается. Ди Дави забивает гол.
Два гола в Бундеслиге. Надо, надо исправляться Баварии сейчас за такие ошибки. Надо исправляться сейчас Баварии за такие ошибки, потому что... Это просто смешно. Такие пасы делать. Итак, что мы видим? Робин. Робин бежит. А кто-то удар... А кто ударить-то должен был? Никого. Валт вбрасывает. Говорят, Джесс быстрый. Быстрый игрок. Быстрый игрок у Баварии. Пока что ничего не забивал. Дольберг. Бежит Дольберг. Пытается Хумельс отобрать у него мяч. Неудачно пока. Неудачно. Горецко. Робен. Робен. Баштубер. Вот так вот выбрасывает Вау. Удар какой! Роберт Левандовский! Или кто там был? Лен Горецко. Лен Горецко забивает второй мяч в ворота Штутгарта. Итак, Бавария пока что пропускает первый мяч. После того, как сухая игра не далась. Собственно, Донаруме. Еще раз смотрим. С передачи Алину Робина забил Лен Горецко. И надо сказать, что сейчас мы внимательно следим этот момент. Итак, голов у Лена Горецки два. Два гола у Лена Горецки. Буатенко имеет один гол в Бундеслиге. Таким образом, счет в бомбардирском защите может увеличиться. Если это, конечно, Габриэль Джезус может забить и первый. Дольверт на место, на его место пришел Гонсалес. Это вторая замена. Вторая замена у Штутгарта. Пока что мы не провели ни одной быстрой замены. Передача есть. Ух ты, почти с лету пробил, но... Так, Габриэль Джезус на место Томаса Мюллера. Вынужденная замена. Замена, причем вынужденная. Габриэль Джезус не забил. И, тем не менее, замена должна произвестись. Габриэль Джезус на место... На его место пришел Томас Мюллер. Что же придумает Дэнджел Полк, как никогда в этом матче? Рибери. Робен. Левандовский побежал. Искать партнера захотел. Мюллер. Мюллер, опасно. Удар. Подставляет защитник свою спину. И Кингсли Коман выходит на замену. Вторая замена у Баварии. Рибери уходит с поля под аплодисменты баварских болельщиков. А тем временем Кимик подает угловой. Вроде не получилось вовремя подать угловой. Алаба подбирает мяч. И Вау так уходит от ноги защитника Штутгарта. Довольно огненный матч мы сейчас с вами видим. Огненный, очень огненный матч. Робин. Подача! Но не очень хорошая подача. Мюллер. Пытается прессовать соперника. Инцуа. Держит мяч Штутгарт, пытаясь заработать себе инициативу в этом матче. Мюллер. Левандовский бежал. И побежал в итоге. Но не тут-то было, пенальти здесь нет. Поэтому нет и карточки. 3 минуты добавляет Яша Зухрайда. Зухрайда. И эти 3 минуты могут быть
поинтереснее. Гонсалес, вышедший на замену, пытается. Итак, матч закончен со счетом 2-1 в пользу Мюнхенской Баварии. У Мюнхенской Баварии стало 6 набранных очков, и каждые 2 гола приплюсовываются к тем 8, которые имеются рекордом в сегодняшней карьере тренера Данжело Понка. Итак, пожимают друг другу руки игроки. Дидави забил на 67-й минуте, Галец на 76-й и Буатенг на 2-й минуте. В самом начале с углового попытались мюнхенские футболисты разыграть этот корнер. Кстати, давайте посмотрим, как это было. Подача на среднюю часть вратарской. И посмотрите, как легко сыграл на дальний угол вратарской. Даже на среднюю часть сыграл Жером Буатенг. Желтая карточка у Бенджамина Паварда. И, по-моему, все. Мы продолжаем. Продолжаем нашу игру. Пока недоступных матчей на 1 сентября, которые могли бы стать нашими соперниками в борьбе за чемпионский титул Бундеслиги. Но это пока первые, скажем так, пристрелки к чемпионскому титулу. Ну а теперь, самое время. Роберт Левандовски. Отправился, как и его товарищ, в сборную. Товарищ по команде в свою сборную. Ну что же, сейчас, соответственно, будет... Соответственно, мы с вами приступаем к компании, в которой имеется... Мы приступаем к непосредственно... Есть европейский чемпионат, чемпионат Европы по футболу. Но там проходит, будет проходить квалификация. Итак, давайте смотреть, что у нас будет в этой квалификации. Финляндия, Северная Ирландия, Румыния, Италия, Россия и Бельгия. Нашими соперниками считаются Италия и Бельгия. Но не принципиальными считаются Румыния и Финляндия. Ну и Северная Ирландия в том числе. Также сегодня мы взяли свой состав на игру. Сборная России против сборной команды Финляндии. Капитан Мария Фернандес, Илья Кутепов, Виктор Васин, Георгий Щенников, защитники. Забнин, Загоев, Головин, Кузяев, Черышев. Полузащитная линия, Артем Дзюба. Нападающий, единственный нападающий. И Андрей Лунев, вратарь сборной. Гильермо Сантосо, арбитр встречи. И поэтому... Мы скажем, что сейчас будет очень и очень огненно в этом матче. Ну что ж, удары на бронзу. И самое время посмотреть, что же произойдет в этом матче. Но мы пока нажали на options. Итак, разминающиеся игроки. И в разминке также, на разминке сборная России. Россия-Финляндия сегодня на повестке дня. На повестке дня сегодня матч Россия-Финляндия. В этом, в этой квалификации European Championship. И вот, собственно, игроки выходят на поле. Это означает, что сейчас Россия и Финляндия могут сыграть на свои 3 очка. Либо одна команда сыграет на 3 очка, либо вообще на 1 очко. Итак, соответственно, гимны всех стран будут звучать. Будут звучать гимны двух стран. И мы их слушаем внимательно.
Нет, по-моему. Рукопожатие сейчас. Это какой-то баг, что ли? Какой-то баг. Какой-то баг непонятный в игре. Гимны что-то не звучат. Камеры какие-то, знаете ли. Камеры какие-то, знаете, забагованы. Да. Итак, Финляндия, Россия. Начинается игра. Соответственно, узнаем составы сборной Финляндии. Градечки в воротах. Первый номер. Яласто, Араюри, Монс, Мойсандер, Уронен. Защитная линия. Тейлор, Лодрин, Хетемай. Полузащита по Паньянпала и Пютти. Пютти. Линия атаки. И, соответственно, состав сборной России я вам уже рассказал. Соответственно, нас с вами ждет полтора часа. Быстрые полтора часа. Это замечательные игры. Мойсандер. Паянпал. Лот. Ринг. Лот. Ринг. Лот. Хетамай. Здесь же Головин. Попытался так Черышев. Черышев пытается передачу на Дзюбу. Дзюба передача. И первый угловой. Первый угловой. Сборной России. Кто будет играть сейчас на угол вратарской? Вот вопрос. Забнин! Неудачно. Пока 10-я минута, заканчивается 0-0. Араюри. Яласто. Тейлор. Вот так вот. Подарил аут для своего соперника. Забнин. Виктор Васин. Алан Загоев. Не очень удачно. Давай поем Алан. Ринг. Это Май. Пюти. Так, Фернандес пытается прессинговать соперника. Ринг. Пюти. Ринг. Удар. И неудачно. Лунёв. Отдает на Черышева. Показывает, что соперник толкал его. Паянпала на ринга. И вот Черышев. Черышев пытался, скажем так, переиграть. Вот так вот зарабатывает аут. Щенников подача на Кузяева. А мяч тем временем уходит в аут от соперника. Кузяев, подача. И неудачный гол Дениса Черышева. Артем Дзюба. Это представляет соперника. Кутепов выигрывает борьбу. Головин. Удар Головина. И угловой очередной. Денис Черышев будет подавать. Черышев. И вновь неудачная срезка. Марио Фернандес не успел пробить. И вот Вояцкий будет разыгрывать. Да. Понятно было. Передача неточная.
Лот. Напоянкула. Удар какой! И Лунёв отбил мяч. Лунёв выбивает мяч. И первый угловой у финнов. Дзюба. Дзюбини не успел. Тейлор. Ринг. Ринг снова на Юке. А дальше мы видим несколько иную картину, где финны пытаются прессинговать, закрывать длинные дыры в обороне. Неудачная передача на Чершева. 30-я минута отборного, самого отборного футбола. Даже 31-я. Ни одного пока опаснейшего момента. Хотя они были, но и все же. И офсайд. Офсайд, причем у финской сборной. Андрей Лунёв подает на Дзюбу. Далее Аркузяев. Бежит. Неудачно. Это Май. И кем? И вот Черышев. Подача. Даже удар был. Черышева небольшой. Вот так вот зарабатывает себе угловой. И пытался пробить Виктор Васин. Моментально пробил. И пожалуйста. Все это сказалось на игре во врата. Игре во вратаря. Игре во вратаря. Головин удар хороший. Вот такими темпами не надо сбивать. Черышев подает. И какой гол! Самый интереснейший гол 47-го номера. И давайте посмотрим, кто это. Кто это? Кто это? Кто это? Кто это? Покажите мне крупным планом этого игрока 47-го номера. Который пробил вот таким образом. Никто даже не вышел. Убивать. И даже полк радуется. Роман Зобнин забивает первый гол. С углового. Игрок Спартака, кстати. Этот игрок, кстати, интереснее Спартаке, чем любой Глушаков и так далее, который постоянно разбазаривает свои шансы, как, например, Держаков в свое время в Зените. Но никто не должен разбазаривать свои шансы. Один шанс за всю игру. Финны пока атакуют, россияне защищаются. 1-0 пока. 1-0. Дзюба. Черышев. Черышев. Удары. Еще один угловой. И потянулись все до единого. Вот выбили немножко. Немножко выбили. Роман Зобнин. Виктор Васин. Очень удачно. Удар. И 3 минуты добавил Гильермо Сантосо. Гильермо Сантоса. Так что теперь можно спокойно завершать первый тайм. 1-0 впереди сборная России. В матче против сборной Финляндии. Вот 11-й номер. Бил поворотом. Это Далер Кузяев. Сборная Румынии не обыгрывает Бельгию 1-0. Италия обыгрывает Северную Ирландию 2-1. Ну что ж. Соответственно, второй тайм начинается. В втором тайме мы пока не видим, что были замены. Мы это с вами видим по ходу всей игры. Марио Фернандес так подарил мяч аут сопернику. Мойсендер на пятке.
Nice in the ring. Лод. Я вас то лод. Пэн полагает на Тейлора. И Андрей Лунёв. Андрей Лунёв на Кузяева. Передача на Дзюбу. Дзюба бежит вперед. Какая подача. Главин не успевает. Не успевает Главин пробраться к этому мячу. Вот Роман Замнин, его фокус на игроке, как он забивал с углового. Это мы все прекрасно помним. Зюба передает на Чершева, тот неудачно. Тот уже неудачно выбрал позицию для передачи. Головин. А вот здесь может с лопатой нарушение игрок финской сборной. Замнин. Васин. Загоев. Черышев. Денис Черышев. Фактически тезка. Денис Черышев. Денис Черышев здесь. Замнин не успел. А вот атакуют финны. Финны атакуют. Тейлор. Тетти. Стал немного защитник. И Андрей Лунёв вбрасывает будет с полулета на Александра Головина через Артема Дзюбу. Далер Кузяев. Далер Кузяев с мячом. И получает мяч кто-то из нападающих. Это Владимир Чешев. Который так только не входит в игру сейчас. Но поймал в итоге мяч. Один раз получил мяч в ноги. И не очень-то и хотелось смотреть на это. Круто всего. На линии штрафной. Вот Александр Головин что-то может придумать. Головин. Не очень точный удар. Александр Головина. И замена у финнов. Финнов замена. Ринг уходит, и на место приходит на позицию защитника Спарф. Взяев на Дзюбу. Черышев. Легко свинтил. Удар! Молодец, вратарь. 5 угловых против 1. Это 5 угловой, кстати. У россиян в этом матче. Атака на атаку, но Кузяев не успел. Не отдал на пятки вратарь, отдал только за минуту. Навесом отдал на Головина. Лот пытался отобрать мяч. Что у него и получилось. Головин на Черышева, Дзюба. Дальний удар не прошел. Еще второй дальний удар не прошел. Попытался пробить сходу после добивания Тейлор. Тейлор сейчас на лобы выходит. Яласто. Тейлор. Щеник пытается прессовать. Мария штрафную. Марио Фернандес вовремя выбивает мяч. Дзюба не успел принять после паса. Это означает только одно. Это означает ва-банк. Для сборной Финляндии. Спарк вышел на замену для Нахетамая. Лот. Щенников отдал на Дзюбу ударом головой. Ждет партнеров Артем. На Александра Головина пытался дать передачу. Но и она не прошла.
Какой хороший выход Андрея Лунева. Просто в руки бросил. От мяча. В руки бросил мяч. Сразу же не ловить не хотел, но все-таки выбил мяч. Спарф. Вот это была серьезная атака. Очень серьезная атака сборной Финляндии. Понятно, на Мари Фернандес. И Мари Фернандес получает фол. Не фол, вау. Скраб на место Тейлора. Вот это, кстати, игрок фланговый в полузащите играет. Будет в полузащите играть сегодня. Дзюба на Кузяева. 85-я минута идет этого матча. Подача Кузяева, и она неудачная. Дзагоев на Завнина. Передача на Завнина не удалась, и мяч уходит в аут. Итак, соответственно, Черша будет бросать из аута на Завнина. Блеснет ли скорость Денис Черш? Нет, не блеснет. Яласта получил пас. Это Май. Ара Юри. Главин. Отдать на Чершева. Да, правильно. 3 минуты добавляет Гильерва Сантосу. Удар дальний. И это вам не Юти Яскелянин, чтобы так вот подавать. Завнин. Передача на Главина. Тоже примет. Итак, время истекло, и победа сборной России в первом матче европейской квалификации. Квалификации к чемпионату Европы 2020. Только это не пан-европейн. Только это, во-первых, не пан-европейн, а во-первых, это будет такая вот квалификация. 16-я минута. Вы видите, серьезный удар по Янполу, который не привел ни к чему. Вот посмотрите, нет гола Пере. У этого нет гола. Вот посмотрите, система определения голов. Нет гола. Вот таким образом, посмотрите, не было гола от головы защитника сборной Финляндии 6 номера. Теперь парень Хитамай. Лукас Градечки. Вратарь сборной Финляндии. Итак, Бельгия обыгрывает Румынию, и Италия обыгрывает Северную Ирландию. 3-1, 2-0. Такие. Вот такие результаты матчей. Ну а следующий матч. Следующий матч против Северной Ирландии вы увидите в нашем, собственно, следующем стриме. В нашем следующем стриме по FIFA 19, где мы продолжим, соответственно, и карьеру с Баварией Мюнхен за сборную России по футболу. И, соответственно, вы увидите матчи следующие. Северная Ирландия в European Qualifiers. Дальше матч Бундеслиги против Байер Ливеркузен. Мы, кстати, возвращаемся в декаду клубных турниров. Байер Ливеркузен. Кстати, мы играем непосредственно дома на Альянс-арене. Поддержка трибун очень важна. Против Бенфики мы играем первый матч в гостях 19 сентября. И таким образом этот матч увидите в следующем нашем стриме. FIFA 19. А в таблице у нас следующие моменты. По 3 очка у Италии, Бельгии и России. Россия играет с румынами 12 октября. И затем этим же числом. И завершает вот эту паузу на международные турниры. Россия сыграет с Северной Ирландией 11 сентября. 12 октября Румыния, Россия. 16 октября, Россия, Италия, Бельгия, Россия. И вот дальше пойдут ответные поединки, которые могут предопределить судьбу европейского чемпионата. Чемпионата Европы. Квалификация имеется в виду. Чемпионата Европы.
Ну, в принципе, мы дал. Ну, в принципе, чтобы завершить наш европейский сезон, нужно делать на это время. Давайте сменим турнир сейчас. И посмотрим на таблицу Бундеслиги. По 6 очков. У Баварии, Мюнхенгладбах, Боруссия, РБ Лейпциг. Айнтрахт Франкфурт, Вердер, Герта. 4 очка, по 3 очка у Майнца, Боруссии, Дортмунд, Фрайбург, Штутгарт, Байер и Аугсбурга. По одному защитному очку у Шальки, Вольсбурга и Нюрнберга. На переходные стоит Ганновер, а на вылет стоят Дюссельдорф и Хоффенхайм. Ну что ж, друзья, дорогие, огромное вам спасибо за то, что смотрели нашу сегодняшнюю трансляцию. Сохраняемся в карьере, на этом мы заканчиваем нашу трансляцию. С вами был ваш покорный слуга Super DZ 996 Games. И до встречи уже завтра на стриме PNHL 19 по хоккею, где мы сегодня продолжим франшизу за Oakland Raiders. Пока!